Наконец я решил обратиться к психиатру. Я не могу больше с этим жить. С чем? У меня самая настоящая мания, доктор. Причем такая странная, знаете. Я когда вижу унитаз... Какого цвета у меня глаза? Голубые. Когда вы видите что? Унитаз. Унитаз? Ну, унитаз. А, унитаз. Ну... Я, можно сбоку. Ну да, ну... А есть в стеночку монтирую? Ну, унитаз. Унитаз. Да, унитаз. Вот как только я его вижу, я непреодолимо хочу... засунуть туда голову. И часто засовываю. Так ужасно. Мне потом так стыдно перед людьми. Вот. Волосики у вас мокренькие. Это вы недавно, да? Нырнули? Вот это? Да нет, это дождь на улице. Да. Это дождь. Да, интересный случай такой, необычный. А знаете, как мы поступим? А мы поступим старым, надежным способом. Мы сейчас пойдем в туалет, и проведем эксперимент. Я за вами понаблюдаю, как там это у вас все. И я сделаю свои выводы. Да нет, не надо, что вы. Ну, надо. Доктор, ну вы поймите, это так противно, головой в унитаз. Ну, что ну там чистенький туалет служебный. Да может не надо? Надо, голубчик, надо, конечно, надо, Так. Так. Уже начинается уже. Ага. Уже, да? Освежите. Ну, освежите, ну! Очень-очень похоже, вы знаете, на делириум тременс. Очень похоже. Может, не надо? А то засунешь голову в унитаз, потом так стыдно будет. Надо, голубчик, надо. Это часть лечения, надо. Ну, тогда все. Что вы делаете? Ну я-то тут при чем? А вы думал, я свою голову засовывать буду? Побольше воздуха наберите, а то захлебнетесь.